при наличии мороженницы приготовить вкусное и всеми любимое лакомство. Просто, наполнитель можете выбрать любой. Главное, соблюсти все пропорции. В основу добавьте сгущенное молоко или сливки. Чтобы сделать домашнее мороженое в мороженице, нужен 1 час времени, пока готовится лакомство. Придумайте наполнитель, это могут быть свежие фрукты, сиропы, карамель, шоколад и так далее. После приготовления в мороженице, отправьте массу в морозильную камеру на пару часов. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Традиционное приготовление мороженого с использованием сливок и сгущенного молока. Берем банку сгущенки и пол-литра сливок. 2. Если не хотите, чтобы мороженое получилось слишком сладким, добавьте не всю порцию сгущенного молока, заливаем массу в мороженицу, выставляем нужный режим и ждем. 3. В каждой мороженице процесс приготовления проходит по-разному, в моей технике мороженое готовится около 40 минут. 4. По истечении времени выкладываем массу в креманки. Рекомендуется отправить мороженое в морозильную камеру на пару часов, для получения оптимального результата. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. При подаче украсьте мороженое фруктами или тертым шоколадом, добавляйте по вкусу любимые наполнители. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Сгущенное молоко 250 мл, сливки 500 мл, количество порций 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Жду вас снова.